Друзья, в этот день, в 1711 году, император Петр I подписал указ, в котором объявлялись штаты кавалерийских и пехотных полков с показанием расположения он их по губерниям. Этими штатами в каждом пехотном полку были введены военные оркестры. Соответственно, сегодня свое 310-летие отмечает военно-оркестровая служба Вооруженных сил Российской Федерации. И у нас в гостях военный оркестр Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Верой в Россию и мощью сильна армия наша была много лет, и ни одна мировая война не обходилась без русских побед. Создана сила и воли Петра, ты побеждала врагов в грозный час. Слышно твое боевое ура в музыке маршей, дошедших до нас. Сегодня музыка военная звучит, как гордость армии, она всегда в цене, как память вечная тем, кто войну бит, и тем, кто нынче погибает на войне. Пусть наступают и уходят времена, пусть все меняется и мир по швам трещит, но наша армия по-прежнему сильна, победной музыкой оркестр ее звучит. Муза военная, штык и перо, ноты пропитаны кровью солдат, и никогда-то не будет старо, что помогло отстоять Ленинград. Звонкая медь, точно пули свинец, метко разила и пятился враг. Музыка маршей, победный венец нашей России, наших атак. Сегодня музыка военная звучит, как гордость армии, она всегда в цене, как память вечная тем, кто войну бит, и тем, кто нынче погибает на войне. Пусть наступают и уходят времена, пусть все меняется и мир по швам трещит, но наша армия по-прежнему сильна, победной музыкой оркестр ее звучит. Сегодня музыка военная звучит, как гордость армии, она всегда в цене, как память вечная тем, кто войну бит, и тем, кто нынче погибает на войне. Пусть наступают и уходят времена, пусть все меняется и мир по швам трещит, но наша армия по-прежнему сильна, победной музыкой оркестр ее звучит. Военный оркестр Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Ваши аплодисменты. Ох, сумасшедшая энергетика. Евгений Сонин, дирижер военного оркестра Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, и Юрий Глухенький, солист, соответственно, военного оркестра. В вашем, мы когда ознакомились с послужным списком, с количеством ваших выступлений, огромное количество выступлений на различных совершенно мероприятиях, фестивалях, параде победы, какое самое яркое и необычное выступление вот сразу приходит в голову? Ну, необычных у нас их много. У нас много фестивалей, участие во всероссийских фестивалях, международных. И, ну, самое яркое, мы так, наверное, думаем, что это было в городе в Казани. Там, а что там происходило? Международный фестиваль, где присутствовало много оркестров. Ну,
красивый город. Тепло нас приняли. Вот. Ну и достойно себя показали. Что да, что тоже немаловажно. Да. Но помимо участия в многочисленных мероприятиях, мы знаем еще и о вашем тесном сотрудничестве со школами и с детскими домами. Расскажите чуть подробнее об этом направлении. Мы деток начинаем поздравлять после новогодних праздников. Объезжаем детские дома, когда детки выходят на учебу, как для младших классов, так для старших. Но у нас зимний период, он такой растянутый, до самой весны, скажем, до поздравления, да, женщин. Все начинается с поздравления с Новым годом, дальше обязательно день освобождения, приуроченный к 12 февраля концерты. Дальше подготавливаем к 23 февраля, вся патриотическая идет как бы программа. И заканчиваем вот это турне новогоднее как раз мартовскими праздниками, поздравляем наших женщин. Ну, сегодня у нас это ваш профессиональный праздник. Как обычно вы его празднуете, как будете юбилей отмечать в этом году? Все на работе, как обычно. С концертами, да, у нас вот сегодня планируется выезд с концертом. У нас сейчас в планах тур с концертными выступлениями по Краснодарскому краю. Вот, ну, мы уже пару городов уже объездили. Все хорошо. Всем мы нравится. Желаем вам успехов в службе. Еще раз с праздником. Спасибо. Поздравляю. И в марте, 27 марта, 210-летие будем праздновать образование войск правопорядка и 5-летие образования войск Национальной гвардии. С наступающим вас, спасибо, друзья. Спасибо. Ну а вы оставайтесь с нами. Всем хорошего утра и отличного настроения.